бы опять спала здесь, бедняжка. Ей некуда податься. Надену, пожалуй. Thank you.
Если поплыву дальше, лодка точно перевернется. За то, что я пощадил вас, грубияны! Ah!
Похоже, это и есть виноградник. Впереди.
посмотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Καλυθές τούτο εστί. Маркос, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Алексиос, слава богам! Феба тебя нашла! Я тебя слышу! Я волновался! Тебя ищут люди Циклопа! Ты в опасности! Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. О, как все просто. Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно, ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно, но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги? Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Дурис, опять? Зачем ты постоянно даешь ему деньги? Он верный друг. Я не хочу, чтобы он голодал. Ты хороший друг, но слишком щедрый. Где его искать? В Сами, лавка с видом на пристань. Ты и так знаешь, Алексиос. Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией. Откуда мне знать? Как мне поступить с ним? Не так, как с тем торговцем оливковым маслом. Ты перестарался. Но деньги достал. И больше он с нами не работает. Нужно быть дальновиднее, Алексиос. Угрожать, припугнуть сколько угодно. Кради деньги, если нужно, но оставь мне покупателей. Убивай только в крайнем случае. Надеюсь, мои деньги у него.
Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Расскажи об этом. Он со Скироса, а ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрал красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. А, мне нравится конь справа. Он из Македонии. Боевой скакун. Как раз для воина. Я выбрал. И какого же? Беру коня в центре. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверен? Ведь... Да, Маркос. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа к Тимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудьте про Дуриса, Алексиос. Ну, давай. Элла! Элла! Давай, вперед! Элла! Ha ha ha.
Тише, тише. Вот они. Я подкрадусь к этим, Малакас. Ой. Отпустите! Молчи или затяну веревку. Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит. Все бедные. Помолчи, Феба. Я спрячусь в высокой траве. Нельзя дать остальным уйти. Маркос будет следующим. Уведу отсюда Фебу. Алексиус, я тут. Спасай. Ты жива? Да ничего. В тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна ведь. Родители мертвы. Но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись! Ага!
Давай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его. Ноги шире. Солдат не должен упасть. Да. Да. Нападай. Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть, согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру. Она ведь такая вкусная! Нет, не ее! Лучше меня, я вкуснее! Да-да, ты сладкий, как мед. Давай, идем. Мясо сгорит. Вот. Уложи ее спать. Да, отец. Сын. Ты моя главная гордость. Не забывай. Ты принесешь нашей семье славу. Иди. Переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Кстати, те типы об этом говорили. Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? О, когда же все это закончится? Лучше тебя опередить его. Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит? Только этого не хватало. Снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться.
Давай. На! Тихо. Давай! Эй! Ну что, поехали! Вперед! Давай! Элла!
Попробую найти укрытие. Сдавайся, наконец. Тебя все-таки можно убить. Эйла! Давай! Тихо! Сами.
Дурис у себя в лавке. Давай, давай! Алексиус, рад видеть. Ты занят, Алексиус? Покупайте горшки, горшки для всей семьи. Эй, нет, мой товар. Ладно, ладно, заплачу, хватит. Ладно, деньги твои. Уходи. Приятно иметь с тобой дело, Дурис. Забудь мое имя. Не хочу, чтобы Циклоп потребовал от меня вернуть ваш долг. Тебе помочь? Хорошего тебе дня. Твое время на исходе. Скоро Циклоп придет за тобой. Ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Если ты не понял. Ну уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своим чудо-мистием вечно. Он убьет тебя, его и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно. Я найду деньги. Славно. Иначе Циклоп скормит тебя своим козом. А, Алексиус, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы. Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник. Ты что, совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. Ты дал глупое обещание, Маркос. Невыполнимое. Но ведь ты непобедим. Возможно, но ты нет. А,
Эх, были времена. Помнишь? Простая жизнь. У меня было все, а у тебя, юного, одинокого, ничего. Я подарил тебе мир, открыл для тебя Кефалинию. Алексиус! Кассандра! Редки мне нынче достался улов. О! Ха! Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалиния. Ну и дар. Без меня ты был никем, но ты прошел долгий путь от бродяги до мистия со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его! Ты справишься! Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где! От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус. Друзила! Я только тебя вспоминал! Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз вводил своего друга Алексиоса в курс дела. Он уже придумал, как тебе помочь. Так и есть. Всегда готов. Что я тебе говорил? Можешь положиться на него. Без разницы. С разбойниками нужно покончить. Срочно. Чудная мысль. А мне пора спешить домой. Алексиус, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Если нужна древесина, почини мой сломанный лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крёс. Луки настолько хороши? Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше, ну да. Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанец. Это было давно. Я кефалониец. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням.